Добрый день, дорогие друзья и подписчики. Сегодня получил очередную посылочку с сайта AliExpress. Я не знаю, что здесь, потому что трек не отслеживался. Мы сейчас откроем, посмотрим. Так, типа вспышки, свет для телефона. Ага, есть зарядочка, кабель для зарядки. Так, открываем, смотрим. Вот такой фонарик. Будет он гореть, нет? Ага, горит. Фонарик горит. Можно использовать как фонарик. Значит, заряжается от USB. От зарядки, от обыкновенной. Так, это что-то не... А, меняется интенсивность освещения. Все. Вставляем телефон. И можем использовать как дополнительное освещение при съемке на телефон. Конечно, не сравнишь с этим светом, но все равно. Дополнительное освещение в темное время суток не помешает. Три режима освещенности. Самый слабый, поярче и вот самый яркий. Кому надо, заказывайте, ссылочку оставлю под видео. Оставлю вам ссылку на EPN кэшбэк, чтобы вы могли возвращать часть денежных средств, затраченных на покупку товаров на сайте AliExpress и других сайтах китайских и российских. А также оставлю вам ссылку на партнерку EPN, чтобы вы могли размещать свои партнерские ссылки и на этом зарабатывать. Размещать свои партнерские ссылки в интернете, в соцсетях, в блогах, на своих сайтах и тому подобное. Всего вам доброго, до свидания, удачи вам.